Наразі наш проект започатковується з 4 акцій, а саме облаштування легкоатлетичного манежу для Республіканського вищого училища фізичної культури на Лісовому масиві, створення нового дитячого спортивного майданчика відкритого типу для школи-інтернату Республіканського вищого училища фізичної культури в місті Бровари, придбання спортивної хокейної форми для спортивної школи «Крижинка», а також встановлення як мінімум 100 тенісних столів в дворах Києва та Київської області. Загальний кошторис початковий цих акцій складає 700 тисяч гривень. Ну, перш за все, я хотів би подякувати організаторам проєкту «Спортивна дитина, здорова Україна». І подякувати, перш за все, що знову ж таки ще одна організація виступає дуже активно за сприяння розвитку спорту в нашій державі. Хотів би принагідно нагадати, ви знаєте, в свій час була прийнята чудова, прекрасна програма «Фізичне виховання здоров'я нації». І завдяки цій програмі багаторічній дуже багато в Україні було зроблено. Ми піднімаємо, на самом деле, дуже важливу тему для нашої країни і для наших дітей. Тобто для ваших же дітей і внуків. Для моїх, для присутствующих здесь за столом, для ваших будущего поколения, что мы сталкиваемся с сумасшедшей огромной проблемой. Какой? Первое, что мы теряем отток наших специалистов за рубеж, которые потом там готовят олимпийских чемпионов. Второе, у нас нету спортивных майданчиков, это два. У нас практически сегодня находится больше 80% спортивных залов в частных и спортивных площадок в частных руках. Я это знаю, я это делаю мониторинг, и я с этим столкнулась. И когда мы поднимаем вопрос, а можно ли мы зайдем на территорию и откроем у вас клуб для детей маленьких, чтобы они были здоровые, перспективные, мы должны включаться в массовость, а уже переход в профессионализм, это уже будет дальше, это уже по ходу действия, то мы сталкиваемся с большой проблемой, и которые просто даже, есть такие моменты, выгоняются дети с площадок, потому что это наше, мы это купили, и продается за большие деньги большим дядечкам, которые в свое удовольствие приезжают после работы и играют там то ли в футбол, то ли в теннис, то ли еще бог знает во что. Поэтому, столкнувшись с этой огромно большой проблемой, мы хотим донести до вас, нам надо бороться и как можно больше поднимать эти вопросы. И вы это можете услышать и донести до нашего государства, руководства. Знаю, что следующий год спорта в кабинете министров. Это очень позитивно. Сегодня программа президента, который любит спорт и был президентом Национального олимпийского комитета, это уже огромный плюс. Человек, который любит спорт, люди, которые сегодня поддерживают спорт, тоже профессионалы именно в спорте и работают. И то направление, которое вот сегодня я увидела и прочитала, помогает тому же училищу нашему республиканскому, где, ну, знаете, за эти годы, ну, просто дар какой-то Божий вышел оттуда, огромное количество тренеров, заслуженных мастеров спорта, олимпийских чемпионов, чемпионов мира. Это училище, которое я закончила, и я иногда прихожу в зал туда, у меня аж слезы наворачиваются. Почему? Потому что, когда смотришь на зал, ну, буквально за последние там годы, это сейчас какое-то шевеление началось, и приятно даже. Практически ничего не изменилось с моего времени, сколько лет прошло, я уже бабушка. Вот, да? И вроде казалось бы, хотелось бы какое-то улучшенное направление, чтобы было по отношению именно к такому профессиональному училищу.